Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня мы с вами зайдем на один из проектов, построенных на базе игры RDR 2, расположенных на платформе Red M. Ну и как вы можете заметить, называется он Wild Country Role Play. Ну и начнем мы нашу экскурсию по данному проекту с того, что я здесь уже был. Был здесь год назад, и сейчас вы видите кадры этого ролика, снятого год назад. Из-за инцидента, который случился у меня на этом проекте, кадры этого инцидента я вставлять не буду. Там один мат. По ссылочке, которая будет сейчас в правом верхнем углу, вы сможете зайти и посмотреть, если вас это интересует. Так вот, из-за этого инцидента я обещал больше на этот проект не заходить. Но все-таки я всегда говорю, что я показываю проекты, а не роли-плей. Роли-плей это игроки. А игроки могут быть вот такие, как в этом инциденте, связанном со мной. И обижаться надо на игроков. Проект здесь ни при чем. Поэтому спустя год я решил еще раз зайти сюда и посмотреть, а что же изменилось за это время. Ну и давайте потихоньку начинать. Зайдя на проект, я очнулся в чистом поле. В кармане денег нету, в пистолете нету патронов. Так как я уходил после ограбления, которое случилось у меня на этом проекте, денег заработать я не успел. Патроны же эти э, недоумки у меня забрали. Ну а лошади здесь как не было в самом начале, так ее нету и до сих пор. Как хочешь, так и передвигайся. Ну что ж, направляемся в сторону Валентайна. Ну а для этого нам нужно обратиться к карте. И как только мы открываем карту, сразу же замечаю изменения. Карта была стандартная, серая, некрасивая. И посмотрите теперь на зональность этой карты. Все выделено разными цветами, все разграничено, очень симпатично выглядит. Но даже не это привлекло мое внимание. А посмотрите на вот эту вот часть карты. Но для начала мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на стандартную карту РДР. Вот так вот она выглядит. Вот ее большой размер. А вот та часть, которую мы сейчас будем рассматривать. Эта часть карты обычно в стоковой синглплеерной версии красного цвета. И посещать ее можно только в конце игры. А вот как выглядит карта этого проекта. Что называется, почувствуйте разницу. Здесь добавлена огромная локация, которую разработчики вырезали перед релизом. А на этом проекте ее достали и внедрили. Но, к великому сожалению, я должен констатировать, что данная локация добавлена, но на данный момент она абсолютно пустая. Там ничего нету. Смотреть там пока еще не на что. Но если обстоятельства сложатся благополучно, мы все-таки посетим эту территорию. Но чтобы туда попасть, нужно купить лодку. А как я сказал, денег у меня нету. Ну а для того, чтобы заработать какие-то денежки, мы проследуем Валентайн заодно и посмотрим, какие изменения претерпели за это время рабочие занятия, что есть интересного, чем можно позаниматься, ну и как этот проект предлагает новичку существовать. Ну и, наверное, повторю то, с чего начал. В кармане у меня всего 4 доллара, 0 патронов, нет еды. Ну и самое печальное, как не было, так и нету лошади. Начального транспорта лошади у вас нету. Ну и, соответственно, без лошади придется очень много бегать. Ну и при первом моем посещении данного проекта я раскритиковал здесь рабочее занятие под названием ⁇ Строитель ⁇ На данный момент этого занятия нету. Скрипт был конченный, неинтересный, скучный, его решили убрать. Но здесь была и другая работа. Была работа доставщика. Вы брали телегу э, с, по-моему, четырьмя или шестью коробками, ехали в центр Валентайна и там разносили эти коробки по магазинам. Данное рабочее занятие было прикольное, но тоже имело баг. То есть, если вы несете коробку и включаете какую-нибудь анимацию, коробка зависает, задание сваливается. На данный момент этого рабочего занятия я тоже не нашел. Точно так же я не смог найти никаких начальных плодово-овощных культур, какие бывают на других проектах. Например, новичок может пойти на плантацию и собирать кукурузу, табак, коноплю или еще что-либо. Ничего подобного здесь нету, хотя фермерский рынок присутствует. Но я думаю, что это для фермеров, а не начальные работы. Зато по всей карте просто россыпь всевозможных доставок. На одну из таких доставок я и устроился. Находится она вот в этой локации. Подходим, взаимодействуем с Неписем и появляется телега. Вот на этой вот телеге нам и предстоит проследовать в другой город. Города выпадают, я так понимаю, что в каком-то рандомном порядке. Бывают э, небольшие промежутки, например, с Сан-Дени до Родоса. Пробег небольшой. Но бывает с Валентайна в Блэквотер, а это уже гораздо больше. Бывает с Сан-Дени в Блэквотер, это еще больше. Э, в зависимости от э, вашего километража вам выпадает и стоимость. Но стоимость выпадает очень мизерная. За самую дальнюю дистанцию я получил 2 доллара 10 центов. За более-менее маленькую дистанцию я получил просто 2 доллара. Ну вот такие вот расценки. Это очень важно, это часть экономики, которой мы еще не раз коснемся. Ну а если говорить про само задание, про саму работу и рабочее занятие, то оно достаточно скучно. Визуального груза нету, вы едете с пустой телегой, пробеги большие, но слава богу, что работает автопилот. То есть если вы зажимаете клавишу В, то просто можете заниматься своими делами, телега сама доедет до конечной точки и даже закончит за вас это задание. Из минусов скажу, что это скучно и очень невнятно обозначена конечная точка. Разобраться можно, и если едете на автопилоте, он сам вас разгрузит. Но вот вручную у меня не всегда удавалось найти ту самую конечную точку. Приходилось включать карту, увеличивать ее, и на карте есть маленький мизерный флажочек, который, кстати, можно было бы подкрасить хотя бы в красный цвет. Ну а в целом вот такое вот занятие, которым предстоит заниматься очень и очень долго, потому что, чтобы заработать хоть какие-то деньги, нужно будет объехать ну, практически всю карту и даже не один раз. Ну и, конечно же, подобное занятие мне быстро наскучило. Хотя, надо сказать, что поездил я немало. Но уже подошел голод и жажда. Об этом выскочила табличка. Пора посетить магазины. Для того, чтобы посмотреть, как они устроены. Ну и что-то прикупить. Заодно и посмотрим по цене. Магазин для посещения мне попался в Blackwater. Вот таким вот образом он выглядит. Мы можем замечать, что стоят анимированные неписи. Что, кстати говоря, радует. Ну и само меню магазина. Не могу ничего сказать плохого. В принципе, достойно крупно нарисовано. Какой-то необычный скрипт на магазины, потому что мы уже привыкли к большому экрану. На большом экране все разваливается. Вы смотрите, листаете. Здесь же выполнено вот таким вот образом. Берете нужный товар, зажимаете левую кнопку мыши, перетаскиваете его к себе в меню и выскакивает табличка, запрашивающая у вас, какое количество вы хотите приобрести. Обе эти таблички можно двигать по экрану. То есть вы можете взять свое меню и передвинуть его туда, где вам удобнее. Ну а что касаемо цен на продукты, то они, можно сказать, меня порадовали. Продукты стоят недорого. Вода стоит копейки, еда стоит копейки. Ну, какая-то кастомная еда, типа рагу, она немножко подороже. Но, в принципе, это все доступно. И только я подумал о том, что все какое-то унылое черно-белое, подошел к другому неписью, который стоит в этом же магазине, и открылось цветное меню. Как раз-таки об этом я говорил на одном из проектов, что вот эта серая унылость надоедает. Пора уже немножко раскрасить красками этот унылый серый мир. И вот действительно здесь уже есть какие-то иконки, которые раскрашены в цвет. Что это за магазин, чем они торгуют, я не особо понял. Какие-то флаги, вееры, цветочки. Я не знаю, что это. Это, наверное, магазин сюрпризов или подарков. Что-то в этом роде. Но, тем не менее, вот такой вот магазинчик, такое вот оформление. Ну, а цены вы видите. Ну а в следующей точке посещения я выбрал конюшню. И вот тут уже экономику я похвалить не могу. Как выполнено оформление конюшни вы сейчас видите. Достаточно мелко написано. Я показывал менюшки и конюшни оформления гораздо интереснее. Но не в этом дело. Мы начинаем листать представленных здесь коней. Цены вы можете увидеть. Мелковато написано согласен, но рассмотреть можно. Но из этого списка выходит так, что мне недоступно вообще ничего. Самый дешевый конь, по-моему, называется Морган, стоит 40 долларов. А у меня нет таких денег, даже спустя часы, проведенные на этом проекте. Как я и говорил, за каждую поездку вы получаете 2 чуть больше доллара. То есть, чтобы накопить 40 долларов, вам потребуется здесь умереть. Математика в этом рабочем занятии абсолютно простая. Мы зарабатываем в среднем 2 доллара. Иногда 2.10, иногда было даже 2.40, но было и просто 2. Берем просто 2 доллара. И чтобы заработать 40, нам надо проехать 20 таких дистанций. Высчитываем оттуда еще питание. Получается где-то примерно 25 поездок вам надо сделать. Ну а про унылость этих поездок и дистанций, которые вам надо преодолевать со скоростью лошади, я по-моему рассказал. Но факт остается фактом спустя проведенные часы на этом проекте. Денег у меня как не было, так и нету. Нет, мне удалось заработать какие-то денежки, но их не хватит для того, чтобы купить лошадь. А мне еще нужно приобрести патроны. И, кстати, оружейные магазины здесь работают только днем. Ночью даже иконки гаснут. Только в рабочее время. Зачем так сделано? Вот хоть убейте, я не понимаю. Это онлайн игра. И если я зашел... И попал на ночное время, что вы мне прикажете делать. А я действительно играл в ночное время. Так попадалось, что когда я приезжал в какой-то город, наступала ночь. И магазинов просто не было. Но деньги, тем не менее, мне все равно нужно заработать. И здесь есть еще один вид доставки. Я же говорил, что здесь как россыпь рассыпана работа, связанная с доставками. Стоит NPC-шка. Но ну, кстати, вот оформление мне очень и очень понравилось. Смотрите, есть даже простейший диалог. Да, диалог никакой. И можно было бы эти слова просто заменить. Да, нет, и выключить, например. В общем-то, именно это там и написано просто в завуалированной форме. Я еще подумаю, да сам едь за этой посылкой, я согласен. В общем-то, вот и все. Как я и сказал, никакой роли это не играет. Но, тем не менее, мы подходим к этому боту, соглашаемся с его заданием, и вот дальше возникает проблема. Потому что автопрокладывания нету. А иконка, куда вам надо ехать, маленькая и белая ее на карте практически не видно. И я даже сначала подумал, да ну и его нахер, потому что я никогда больше не найду. Абсолютно случайно я увидел сливающиеся две иконки – вы это можете заметить. Три слитка нарисованы, это горная контора, и там вокруг что-то беленькое. Это и есть та самая точка, куда нам надо. Но вот как об этом догадаться, хрен его знает. И если вы не увеличите на максимум карту, вы этого маркера даже не увидите. Это огромный минус данного рабочего занятия. Ну что ж, берем это рабочее занятие и едем на ту точку. При подъезде на эту точку нас ждет агрессивно настроенная собака, но неписи никаким образом не реагирует. Горит маркер, взятый, видимо, из GTA зеленого цвета. Подъезжаем на него и нам пишет сообщение, что возвращайтесь обратно, вы выполнили половину задания для того, чтобы получить деньги. Но вы можете опять заметить, что на дворе ночь, а ночью здесь магазины не работают. И патронов мне опять не купить. А это дикая местность. Ну и естественно на обратном пути на меня напали волки. Лошадь меня скинула, а волки догрызли. Стрелять мне нечем. Зачем вы закрываете магазины? Это онлайн игра. Это совершенно бесполезное нововведение. Это излишний реализм. Закрывайте тогда все магазины, пусть игрок заходит и подыхает с голоду. Зачем вы это делаете? Еще раз повторюсь, это онлайн игра, и люди заходят абсолютно в разное время. Зашел человек, а на сервере ночь. Что вы прикажете делать? Ну ладно, возвращаемся к моему рабочему занятию. Спустя 10 минут агонии я опять очухался. И к моему восторгу ничего у меня не пропало ни деньги, ни шмотки. Я действительно был рад. На самом деле я уже был готов уйти с сервера, потому что и так за все время, которое я здесь провел, я не могу заработать денег. Я не могу успеть к этому сраному магазину, который работает только в светлое время суток. А стоять просто ждать, когда кончится ночь и настанет день, и в какой-то момент включится магазин, ну это просто терять время. Поэтому я чем-то занимался, постоянно чем-то занимался, ну и в результате у меня не было патронов. И еще раз скажу: закрывать магазины на онлайн проекте на какое-то время это глупость, это излишний реализм. Еще раз скажу, мы в онлайн-игре, и время у всех ограниченное. Ну давайте возвращаться обратно на проект к моему заданию. Как я сказал, шмотки и деньги у меня, слава богу, не пропали. Не пропало также и задание, оно по-прежнему на мне висело, и я побежал его завершать. Какое же мое было удивление, очередное, что я получил аж целых 5 долларов. Но меня тут же постигло разочарование, потому что подобное задание можно брать всего один раз за игровой день. Вот уже какой раз я сталкиваюсь с ограничением по времени. То есть стоять, ждать, когда откроется магазин. Стоять, ждать, когда пройдет игровой день, чтобы взять еще одно более-менее оплачиваемое задание. Вам все время предстоит ждать, ждать, ждать. А ведь это онлайн проект. Ведь это время игроков, которые вы у них бесщадно воруете. Ну и так как у меня нету столько времени, чтобы я мог стоять часами в ожидании чего-то, я поехал на следующую работу, которая тоже связана с доставкой. И называется она «Доставка леса». Находится недалеко от города Строубери. Подъезжаем туда, подходим на маркер и что же мы видим? А мы видим то, что от города Blackwater до этой точки я проехал просто так. Потому что здесь по условиям у меня должна быть своя телега, да не просто телега, а телега лесовоз. Но вот как я об этом должен был узнать? Где есть информация, что это рабочее занятие требует от вас телеги? Да не просто телеги, а телеги, которые может возить лес. Где эта информация? И вот уже к этому моменту я начал изрядно уставать от этого проекта. От проекта, который просто беспощадно ворует мое время. На улице потихоньку светало, и я помчался в ближайший город, а это был Валентайн, для того, чтобы успеть в этот сраный магазин, который работает только в определенные часы. Для того, чтобы купить патронов, ну и заодно посмотреть, что же это за магазин. Ну и магазин выполнен вот в таком вот стиле. На самом деле это не самое лучшее решение, но мне понравилось, что есть визуальная составляющая оружия. То есть вы видите оружие, которое лежит. Как это было, например, в оригинальной игре. Да, это не совсем так. Да, сделано топорно. Но зато можно посмотреть на оружие и даже кое-как его покрутить. Не знаю зачем это, но покрутить можно. Сделано так себе, но на самом деле зачатки какого-то здравого смысла в этом магазине есть. Ну и как на любом другом проекте, здесь тоже нету никаких характеристик. Но то, что меня действительно расстраивает, и не только на этом проекте, а на большинстве, так это скудный арсенал оружия. Вот хоть убейте, я никак не могу понять, почему администрация жмет оружие. Почему у кого-то есть хорошие стволы, каких-то банды там или еще какие-то организации, у них есть стволы, а ты типа такая бомжара, ходи либо с пистом, с ножом, с топором, с луком, блин. Ну или, как вы можете заметить, здесь все, что представлено, это винтовка Варминт, это винтовка, которую можно убить аж целую белку, ну или чахлый карабин из которого тоже, в общем-то, никого не завалишь. Почему вы ограничиваете оружие? Мне этого вот никак не понять. Чем это мотивируется? На одном из проектов мне сказали, потому что каждый будет заходить и стрелять, а как будто это не так. Как будто человек, который зашел просто дурака повалять, не сможет повалять дурака с этим оружием. Ну, это же глупость. Ну а если говорить про развитие персонажа, то с этого оружия вы не сможете даже нормально охотиться даже лук ваншотит. А карабин, этот карабин, который здесь представлен, он не ваншотит. Вы даже оленя не заварите с одного выстрела из этого карабина. Так в чем же логика? Объясните вы мне, почему вы жмете оружие? Ну и в конце концов, купив патроны для своего дешевого, как он здесь называется, дешевого револьвера, а другого здесь и нету, Купил для него патроны, но на охоту я сразу не поехал, потому что осталось еще одно рабочее занятие и опять доставка. Да-да, опять доставка. Есть еще доставка нефти, но я подумал, что если на дерево нужно ехать со своей телегой древовозом, то, наверное, за нефтью надо ехать со своей телегой нефтевозом. Поэтому туда я даже не пошел. Но здесь в Валентайне есть другая доставка. Такую доставку я уже показывал на одном из проектов. Мы едем за мешками, грузим мешки и их везем обратно. Вот единственная проблема вот этого скрипта, я его уже показывал, в том, что у него почему-то не включается автопилот. И всю дорогу вам придется управлять лошадью. Прямо руками весь этот путь. Туда и обратно. Автопилот на этом скрипте ни в какую не хочет включаться. Я не знаю, по какой причине. Я пробовал по-всякому. Я выходил из лошади, пытался включить автопилот, садился на нее, еще раз слезал, опять садился на всех скриптах, которые я показывал. И просто, если ехать на лошади, клавиша V включает автопилот, на этом скрипте автопилот не включается. Вообще никак. Ну а как выглядит это рабочее занятие, вы сейчас видите. На тот момент я изрядно устал от этого проекта. И вот этот вот маршрут до базы дрискалов и обратно меня, конечно же, вымотал очень сильно. От катания я устал. Вернувшись обратно в Валентайн, я в конце концов сдал эту телегу и вдруг увидел игрока. Заблистала надежда узнать, а чем еще можно позаниматься. Здравствуй, высокий брат. Привет, низкий друг. Слушай, подскажи, чем здесь можно позаниматься? Доставкой. Уже тошнит от нее. А еще что-нибудь есть? Я вот сейчас это шерсть овец добываю и потом доктор буду за фиговое отдавать. Шерсть овец, а что для этого надо? когда Вот там на ферму приходишь, шапка лежит, просто ее разделываешь. шерсть забираешь, а если хочешь, тушу подъешь сюда. Вот это он челику, да, с колбасой. Да, да, да. О, пойду попробую. А, а шерсть потом доктором. Если он здесь, конечно. Нет доктора. Значит, позже появится. То есть шерсть не продать сейчас, да? Шерсть нет, но он. Он не просто дал задание, что это сам. Собери мне 10 штук, а 3 доллара, да? Ну да. Более неинформативные и глупые беседы у меня не было уже давно. На простой вопрос, чем можно позаниматься, человек отвечает либо доставка, либо начинает рассказывать какую-то херню про шерсть совец. Но эту шерсть ему заказал доктор. В другое место ее никуда не сдать. Зачем ты мне об этом рассказываешь и предлагаешь этим заниматься? Куда я эту шерсть себе буду пихать? Абсолютно непонятно. Но вот с охотой мне все-таки захотелось повстречаться, и я пошел на охоту. Сам процесс показывать не буду, ну а сколько мне за это заплатили, вы сейчас видите. То есть и охота здесь тоже никакая. Ну и как я говорил, что с револьвера или с этого чахлого карабина вы нормальную тушу не застрелите. Эти стволы не ваншотят, то есть у вас даже нет возможности подобрать хорошую трехзвездочную шкурку и хорошую тушку. Такой возможности администрация и разработчики вас лишают, не давая вам нормального, мощного оружия, даже за хорошие деньги. Его просто нету в магазине. Видимо, надо покупать у каких-то дельцов, у каких-то структур криминальных, мафиозных, я не знаю где. Но факт, что простого доступа к нормальному оружию у вас нету, а значит у вас нету и нормальной охоты. Ну и уже в хлам, разочаровавшись в охоте, а надо еще уточнить, что лошади-то у меня до сих пор нету. Денег на лошадь мне так и не удалось нигде заработать. Лошади, на которых я езжу, это ворованные лошади что обозначает, что мне опять предстоит возвращаться на эти гребаные телеги и кататься по карте, а я на них смотреть уже не могу. Поэтому я пошел посмотреть, а что же есть в крафте. Ну и подойдя на точку крафта, я открыл меню, ну и извините, я просто не могу там ничего прочитать. Моего зоркого орлиного взгляда не хватает для того, чтобы прочитать, что там написано. Я просто даже не могу понять, какие ингредиенты для чего нужны. Как можно было сделать более мелкую табличку, я вот даже не в курсе. На каком экране, интересно мне знать, разработчик составлял эту таблицу. Я не знаю, с чего вы будете смотреть это видео. С большого монитора, с телевизора или с планшета, с ноутбука. Но я на своем мониторе не могу прочитать, что там написано. Поэтому я просто ушел. Ушел вообще с проектом. Ну и возвращаясь к началу видео, я напомню, что на этом проекте я был год назад. Вот прошел год. Я зашел посмотреть. Да, изменения есть. Но стал ли проект более играбельным? Стал ли он более нацеленный на игрока? Моя точка зрения, что нет. Проект на самом деле не играбельный. Очень сложный, очень скучный, очень однообразный. Каких-то новых уникальных технологических решений я не увидел. Да, мне понравилась карта, да, мне понравилась добавленная новая локация, на которую я, кстати, так и не попал. В силу того, что я не смог заработать денег на лодку и переправиться на тот берег, на ту новую локацию, которую разработчики добавили на этом проекте. Но это все, что я увидел за этот год. Проект со всеми его условиями и настройками все так же враждебно настроен к игроку. На проекте нету интуитивности и нету какого-то уюта. Ну и да, многое я вам еще и не показал. На проекте есть пещеры, которые я не изучал, в силу того, что я не знаю, что это такое, что обозначает просто слово «пещера», что я там найду. Я опять потрачу время, а поверьте, этот проект сожрал у меня очень много времени. Также есть магазин кораблей. Там можно купить корабль. Но функционала этому кораблю еще не придумали. Ну а основное, то с чем столкнется новичок, пришедший сюда, я думаю, я вам показал. Больше мне показывать и рассказывать на этом проекте нечего. Если хотите все пощупать своими руками, посмотреть своими глазами, заходите и играйте. Проект открыт, он находится уже продолжительное время в онлайне. Так что, как говорится, милости просим. У меня же на этом все. Играйте в игры, получайте удовольствие и всего вам доброго.